Сытное блюдо на каждый день и для праздника за копейки и считанные минуты. Сегодня готовим именно такой рецепт. Для начала картофель очищаем, моем и нарезаем, как на картофель фри. Можно порезать и просто ломтиками или кружочками, как вам больше нравится. Выкладываем теперь картофель на противень в один ряд, немного поливаем сверху маслом, все хорошо перемешиваем и запекаем 15 минут при температуре 250 градусов. Кстати, на моем новом канале «Сладкая жизнь» уже вышел рецепт, который вы так давно и очень просили. Конфеты Рафаэлло по-новому. Невероятная вкуснятина. Так что переходите быстро по ссылочке в описании под этим видео и смотрите. А далее нам нужно очистить грибы и нарезать их небольшими кусочками. Можно взять абсолютно любые, которые у вас есть. У меня сегодня шампиньоны. Теперь берем лук и тоже мелко нарезаем. Можно кубиками, а можно полукольцами, как вам больше нравится. Очищаем чеснок и мелко измельчаем пару зубчиков. На сковороде разогреваем небольшое количество растительного масла, обжариваем лук, чеснок и грибы. Это будет действительно очень простое и бюджетное блюдо, но безумно вкусное. Отличный вариант для обеда или ужина, и можно запросто накормить всю семью. Грибы и лук обжариваем до золотистого цвета, крышкой не накрывайте. Теперь берем форму для запекания и выкладываем запеченный картофель. Аккуратно разравниваем его. Сверху поджаренные грибы с луком. Распределяем по всей поверхности и немного уплотняем. А сверху них все обильно посыпаем твердым натертым сыром, так чтобы грибов не было видно, и ставим в духовку буквально на 5 минут. Вынимаем и сразу подаем. Блюдо получается очень вкусное и невероятно ароматное, с нежной, хрустящей сырной корочкой. Я уверена, что жарить картофель вы теперь точно не будете. Это просто неимоверная вкуснятина. Язык точно можно проглотить. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!